Итак, смотрите, сейчас я вам покажу, как мы разыграли Стасю, которая уже снялась в этом ролике. И не забудьте посмотреть в Википедии про консы-журналистику. А я откуда попадаю в кадр? Отсюда? Надо чуть дальше. Привет, я Гера. Привет, Настя. Подойди, сейчас подойдет Мира. Ага. Можешь пока присаживаться? Мы их постирали специально для тебя и погладили. Стань! Мы тебя любим. Вы так вроде отсюда. Прячем, опускаем голову чуть ниже. Приготовились? Всем привет! Прошло уже чуть больше года, и нас уже 1 миллион. Спасибо вам огромное за то, что смотрите и поддерживаете. В знак благодарности мы решили снять этот мини-фильм, где я расскажу вам, какие инструменты я использовал для раскрутки своего канала. Итак, что делает начинающий блогер, когда собирается запускать свой канал? Занимается поиском креативной идеи, верно? Но проблема в том, что даже самая крутая и креативная идея, если повезет и сделает вас популярным, все равно это будет ненадолго. Еще один момент в успехе популярных блогеров – это динамика монтажа. Все! Но и динамика не всегда уместна. Зато вы точно можете подняться на сиськах. Теперь о самом главном. Смотрите, есть такая штука, как гонзо-журналистика. Что же это такое? Ваша задача эмоционально и интересно освещать и показывать все события, которые происходят вокруг вас. Влогер 2.0 обязательно должен развивать в себе навыки гонзо-журналиста. И не забудьте посмотреть в Википедии про гонзо-журналистику.